Дорогие друзья, вот здесь продается кофе. 350, нормальная цена 400-350. Кофе классик. Так, 350-400. Чай. Масала нету? Нету. Чай молочно-таежный? Не-не-не. Нету. Блин, безалкогольный, жалко. Дети там. А вот женщина тут уже ищет алкоголь. Как обычно, чисто русская манера. Прям похож на Ананда. Ну ладно. И тут у них продается. Так. Я опять возвращаюсь. Люди красивые все. Совсем другие. Так, массаж нам не надо. Так, это соки. Соки, а где же мне масала типа пить? Это все хорошо. Вот когда танцуют русские девушки в индийских нарядах, это как-то смотрится неестественно. У них нет той гибкости. Она... Так, где же у нас тут масала ти? Блин. Мяха. В общем, весело везде. Танцы, сцена главная. Где масала ти? Что нету? Так. Мы массаж. Опять массаж. Мы идем опять в том же направлении. Ищем масала ти. Да, и не обгорит. Так, сейчас будем смотреть. А. Везде народу много, как нет. Это я не хочу. Это стоит попробовать, не хочу. Так. Где мне взять масалу ти? Сейчас посмотрим. Или дальше, давайте дальше, может, еще поедем. Чего-то тут нету, того, что я ищу. Ой, извините. Детка, извини. Так, опять сюда пришли. Панир, рис, лемон. Ну, понятно. Все довольно дорого, конечно, по сравнению с Индией, но ничего страшного. Так. Нет, это не тут. Мы уже... Самое интересное, можно взять немножко, и ты наедаешься. Так. Где-нибудь тут. Скажите, а где вы покупали масала ти? Вот здесь. Вот это, да? Вся вот эта... А, масала, да. Так, кто тут последний за масала ти? Вы последний, да? Я за вами. Все, сейчас я буду покупать масала ти.